они действительно колонну ждали. Пропускаю. Они, наверное, колонну пропускают. О, за зенитка. Степа, смотри, чтоб не это. Они, а, точно, мы, наверное, их пропускаем. Да, вон, смотри, отъехали. С той стороны что? Они бы нас отсюда нахрен. Быстро. Да. Ну, с лазерным прицелом, блин. Да, где? А вон там сидел, огонек у него светился, блин. С открытой дверцей. Они вон едут на расслабоне, ноги вытащил. Все, они просто их заезжают. Паркуются, куда? Пацаны, наверное. Камера сзади, да, у него или что-то? А очко рыпит, блин. А где танки? Сейчас дождемся. Бля, тихий, главное, такой. А где дальше поехали? Танки по городу, когда ехали, больше шум от них стоял. Мимо моего дома троллейбусная линия проезжала. Такой грохот. Три танка. Степа. Степа, ты там осторожно. А, трофейная, наверное. Коснута. Там еще теперь еще и же танки, да? Да, но украинский поезд такого точно. Америка уже, наверное, что делает. А? Америка уже отдела помогла. Аэропорты, наверное, не зря были закрыты. Не, говорю, это уже не украинский. Боже мой, вот это вот ребята тоже. Ну вот кому она нужна была, эта война? Вот перед Новым годом два танка и БТР. Погибли ополченцы и вырубили свет же. Там какая что-то же заваруха какая-то была. На Новый год был у вас свет? Лутугинский. У нас не было. Лутугинский вот район же. Без света был Тельмана и вот это Артемовский и Ленинский. Ну, да говорят же, что специально просто отключили. Танк? Не, не специально. Ничего не обязательно. Они же готовились на советской СССР праздновать. И на три дня ж было... А ты что, у меня задница груженная? Снятая... Сейчас отменен был на три дня. И получилось, что мы без света просидели. Вон и танки едут. Ой, что он так тормозит на стрёмно? Что-то у них закатило. Что значит? А, ведёрко. Яйца. Самогоночка. Бля, какая дура, дура. А земля не трусит. Что она будет трусить? Ну как не дрожь не идет? Или мы на колесах начинаем? Луганский побитая дорога. Это сейчас под снегом не видно. А так побитая дорога, асфальт. Очень много. А знаете, что у нее тут за крюки? Не знаю. Бампера. Да, там ставят. Вот так колдобина. Убирай телефон. Эй, Урал туда прет. Ну, они ж прокатали. Да ему, в принципе, пофиг, у него три моста, блин, все гребут. Степ, не испытывай судьбу, а. Убери телефон. Убери телефон.